раньше нам необходимо теперь с вами начинать уже собирать шкатулочку. Я беру супер момент, который секундный, потому что он, я точно знаю, совместим с пластикой. Беру именно его и его буду использовать для приклеивания вот этой моей накладки золотой. Тоненьким слоем клея все-все-все промазываю. Только очень тоненьким, а то потечет и прям вы руками попадете. И еще важный момент. Вот посмотрите, пожалуйста, видите, я прям вот разношу, даже на камеру почти незаметно. Не надо делать лужицы. Секундный клей, он, к сожалению, вещь такая. Пока он лужей, он жидкий. А как только он на руку попал, например, или на предмет, все, он сразу начинает у вас тонким слоем разбегаться и все приклеивается. Поэтому берегите собственные лапки. Теперь главное положить накладку правильно, а не косо как-нибудь под углом. Ну, благо, что форма у меня четко совпадает с накладкой. Я положила, и вся моя изогнутая форма полностью повторилась на работе. Дальше через салфетку я это дело прижимаю. Через салфетку, чтобы клей не потек. А если потечет, пускай в салфетку впитывается. Лучше я потом подшкурю, не дай бог, чем руку буду отрывать. И прижимаю аккуратненько все по краям. Контролируйте, чтобы никуда ничего не делось. Контролировать надо обязательно. Знаешь, казалось бы, вот вроде как шапочкой наделась, а ведь нет, где-нибудь раз и чуть-чуть приподнялось. Поэтому обязательно надо это делать. Все. Буквально через полминуты, через минуту уже не оторвать. Так что если неаккуратно положим, то придется так и оставлять всю шкатулку. Прихватывается мгновенно. Пластика, секундный именно момент, переносит замечательно. Будет держаться очень хорошо. Теперь надо переходить на боковую часть. То есть надо приклеивать и там тоже нашу пластику. Ровно таким же способом и методом. Все то же самое. Я, помните, вам говорила, да, что я ее разделила, чтобы было удобнее. Если вдруг вы где-то пропустили что-то и не попали по размеру, пластику после запекания и даже окрашивания, еще где-то в течение, ну, примерно, я бы сказала, часов 4 можно легко подрезать, она еще будет точно мягкая. Потом уже иногда она становится жесткой и резать тяжело. А пока скальпелем можно отсечь все ненужные детальки. Очень удобно использовать вот так вот скотч, чтобы упирать шкатулочку. Клеить тогда легко, никуда ничего не прыгает. Вот видите, в общем-то, можно всегда обойтись подручными материалами. Самыми простыми. Вот обрамление для нашего а-ля медальончика будет готово. Видите, опять же, разница между голубовато-зеленым фоном у картинки и более ярко-голубым по самой шкатулке. Чтобы не было ощущения, что мы с вами на расписную шкатулку прилепили медальончик. А кривой медальон с ямками, потому что туда будут приклеиваться потом наши бриллианты. Кстати, если вдруг попадет у вас на кожу, сразу, ну, если собираетесь работать с клеем, держите рядышком какую-нибудь мисочку с водой. Если попадает на кожу, сразу опускайте руку в воду, клей сразу задубеет, станет пластмассой и перестанет разъедать у вас руку. Ну, а потом просто подшкурить, что называется, наждачкой или пилочкой для ногтей. Вот, показываю вам, что у меня степень старения совпадает, ну и общая стилистика, да, я тоже подобрана как бы в одну чашку, вот эту, то, что называется, рококо, в один стиль. Разумеется, остаются только полоски. Полоски мне нужны для того, чтобы придать моей шкатулочке некоторую стройность, вот эту вот вертикальную такую
как бы сказать, правильно. Ну, вот как вот в эпоху рококо ценились мужчины франты, так и мне шкатулочку хотелось чуть-чуть к небу приподнять, чтобы у нее что-то такое вот, ось какая-то возникла, чтобы кокетство некоторое у нее было. Вот. И дальше просто на тот же клей прилепляются все эти полоски. Здесь ничего сложного. Пожалуй, что это самые простые в приклеивании элементы, они плоские. У них нет ни объема особенного, ни рельефа. Тут я немножко попала клеем. Клей потом просто немножечко подшкурить, и все. И вот, ну не на полпути, уже мы дальше сдвинулись, но где-то так на половиночке вот так будет выглядеть наша шкатулка. Показываю, верчу, чтобы вы имели общее представление о том, до какой степени мы успели дойти на этих этапах. Лак, он на самом деле делается не только под пластику, но и на пластику, разумеется, тоже. И вот как раз сейчас я и буду заниматься этим. И более того, я буду покрывать прямо целиком. Я вот карандашом показала, что лак даст хорошую возможность объединить целое. То есть он просто подтечет еще под пластику. Это лак полиэр, он абсолютно у меня совместим с пластикой, проверен неоднократно, а раз эдак 50-60, поэтому я точно знаю, что здесь все хорошо ложится. Покрываю целиком, пусть подтекает, лишний раз будет работать в качестве клея, в качестве герметика и в качестве такой объединяющей массы для пластики и картинки. Если бы у нас вот была шкатулочка даже маленькая, уже было бы так мило. Посмотрите, какой хорошенький получился медальон. Сама смотрю, сама довольна, если честно. Радует меня эта работа. Ведь очень простая. Набор вот этих элементов примитивный, весьма доступный. Так вот, снова беру воду и снова издалека вот это свое любимое пшик-пшик надо сделать на работу. Я сначала всегда брызгаю в стаканчик с водой, в ведерко или куда-нибудь. И только потом на предмет. То же самое, залакировать надо и боковиночки. Там пускай тоже объединяется, подтекает и все правильно герметизируется. На пластику ложится хорошо. Патина уже давно подсохла, поэтому я тоже не боюсь проходиться лаком. Если вы будете спешить, и патина будет еще у вас на этом этапе сырая, но вы понимаете, что произойдет тогда, как она расползется, если мы будем ее кистью и водным составом размазывать. Водой брызгаю для того, чтобы дать лаку разойтись и стать самовыровнявшимся. Тут я пытаюсь показать вам, что лак подтек и как бы закрыл расстояние, которое понемножечку оставались между моей картинкой и между пластикой. Ну и теперь необходимо только приклеить. Вот тут уже из-за того, что я уже покрыла лаком пластику, я не боюсь использовать другие клеи, ну, кроме тех, что стопроцентно совместимы с пластиком. Вот, осталось только четко найти, в каком положении должна лежать эта веточка и вторая. Потому что дырки-то у них разные получились, и поэтому необходимо проверить сначала, как в углубление ложится. Начинаю выдавливать. Приличное количество, ну так, чтобы у меня хорошо прилипло. Клей, который должен быть совместим с работой с металлами. Если у вас клей, например, резиновый, обувной, ну вы понимаете, что он вряд ли металл удержит такой. Вот, дальше чуть-чуть эту лужицу я размазываю, просто чтобы не получилось какого-нибудь подтекания на мои декоративные элементы. Ну и дальше остается всего лишь вдавить.
Вот, все, в дырочку попало, подвинуло как надо, ура, дальше давлю, пускай сидит крепко. И второй элемент то же самое. А когда вы, кстати, вдавили вот эти элементы, посмотрите, если вдруг, где избыток клея подтек, зубочистку в руки и распределяйте. Снимайте, вынимайте. Видите, я показываю как раз под углом, подглядываю, чтобы там клея у меня не пошло. А листочки зато очень красиво обрамляют нашу с вами вот эту вот, ну, как бы брошку, да, вот бриллиантовую брошку, которую мы с вами сверху приклеили. Тоже видите, что я продавила ленточными своими стразиками, я продавила ямки в этих полосках, чтобы потом без проблем положить, и они сразу, говорю, как вы, курица в нашем каком-нибудь курятнике, у каждой свое гнездо, да, вот у каждой своя ямка. Села на место, все, все сидят, все хорошо кудахчут, все на местах. То же самое и с стразами. Вот, пододвинули, каждый страз своей пазухи сразу оказался. Осталось только придавить и замечательно. Поверхность выглядит аккуратно, никакого чувства неудачной аппликации, чувства именно срощенного. То есть, когда у вас один материал идеально подходит к другому материалу. Вот этот вопрос продуманности обязательно должен быть. Вот здесь, конечно, декоративные вот эти бижутерные элементы лаком лучше не покрывать. В крайнем случае применяйте шеллак, но если вот вам потребуется еще работу лакировать. А водными лаками не стоит, от них очень сильно камушки помутнеют.